Прокуратура Чувашии открыла горячую линию по вопросам незаконной деятельности со стороны кредитных организаций и коллекторов. По телефону могут обратиться граждане, которые столкнулись с неправомерными действиями микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и ломбардов. По данным прокуратуры, участились случаи нарушения законодательства о рекламе, о защите персональных данных, выдаче займов юрлицами, исключенных из реестра микрофинансовых компаний, а также зарегистрированы факты мошенничества отдельных кредитных организаций. Если вы стали свидетелями или пострадали от подобных случаев, звоните по телефону 39 20 83 по будням с 9 до 18:00.